Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня мы с вами приготовим вкусную рыбку под маринадом. Все делается очень просто. Насыпаем муку на поднос. Солим, перчим, можно специи, кому нравится. Перемешиваем все хорошенечко. И обваливаем наши тушки в муке готовой. Включаю плиту на самую сильную мощность. Ставим сковородку. Не могу с вами не поделиться, у меня появилась новая помощница. Я теперь буду готовить намного вкуснее и быстрее. Наливаем масло и нагреваем его. Разогретое масло кладем в наши обваренные тушки. Обжариваем со всех сторон до золотистой корочки. Пока рыбка жарится, я натерла морковки на мелкой терке и нарезала лучок полукольцами. Далее в наше масло, которое осталось от рыбы, я кладу лук и пассерую его, потом морковку. Добавляю немножко воды, чтобы она притомилась. Солим по вкусу. Не забываем перемешивать все это дело. Добавляем паприку, либо томатную пасту, либо кетчуп. У всех на любителя. Я добавила немножечко сахара, потому что у меня не томатная паста и не кетчуп. И все, наше блюдо готово. Кладем рыбку на тарелочку и сверху маринадик. Это очень вкусно. Всем советую этот рецепт. Кому понравился и пригодился этот рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Большое спасибо за просмотр. Заходите к нам в гости еще.